Привет! Сейчас будем определять победителя в акции от pyjamkin.rf. Сразу извиняюсь, что так долго выкладывали видео. Было очень много работы по сайту. Сейчас все будет намного быстрее. Итак, в акции приняли участие 1586 человек. Все они расположились на... Так, сейчас узнаем, ну, видимо, на 20 страницах. И... На одной странице у нас по 80 человек, если я все правильно понимаю. Да, значит, определим номер страницы, на которой находится победитель. С 1 по 20. Страница номер 2. С 81 по 160. Определяем победителя. Номер 101. Так, сейчас найдем победителя под номером 101. Мы должны убедиться, что больше 50 друзей, есть фотографии и необходимая запись на стене. Так. Вот нужная запись с акцией. Так, мы видим, есть фотографии. Больше 50 друзей. И последний этап, мы должны проверить, что победитель вступил в эту группу. И если он вступил, точнее она, то станет победителем. Ну что же, смотрим. Нет, она не вступила в группу, а это третий пункт условий. Вступить в группу. Не вступила, не стала победителем. Сейчас проверим, да, действительно не вступила. Еще раз определяем номер страницы с 1 по 20. Страница номер 5. Пятая страница. 321, 400. Триста сорок седьмой номер. Так, сейчас посмотрим. Все то же самое, проверяем больше друзей. Угу. Так. Нужную запись. Да, нужная запись есть. И теперь мы смотрим, вступила ли Оксана в группу. В группу она не вступила. Молодец, Оксана. Идем дальше. Так, еще раз вот покажу. В каждой акции третий пункт. Нажать участвовать, разрешить приложение, вступить в группу. В каждой акции группа своя. В данный случай... Спонсор акции – группа «Пижама животных». В нее нужно вступить. Вот вступить в группу. Вроде так, не мелким шрифтом-то написано. Вступайте в группу, выигрывайте призы. Определяем еще раз номер страницы. С 1 по 20. Номер 1. С 1 по, я так понимаю, 80. С 1 по 80. Номер 34. Номер 235. Значит, давайте сразу проверим наличие группы. Молодец. Сашка тоже молодец. Че в группу-то вступать? Зачем приз выигрывать? Лучше кто-нибудь другой выиграет. Идем дальше. Номер 20, страница номер 5. Опять страница номер 5. 321, 400. 356. Номер 356. Возможно, это наш победитель. Так. Больше 50 друзей. Так. И сразу проверяем вступление в группу. Молодец. Молодец. Идем дальше. С 1 по 20. Страница 13. Молодцы, ребята, что скажешь.
961, 1040. Зачем вступать в группу и приз выигрывать? Просто кнопку нажал, рекламку разместил, и все, и забыл. Приз не нужен. Главное не победа, главное участие. Так, Ирина Ирбис. Ну что, Ирина, порадуете вы меня или нет? Долго грузится. Пока долго грузится, мы... Оп. Молодец, Ирина вступила. Теперь смотрим. Больше 50 друзей? Больше. Запись есть. Молодец, Ирина. Спасибо огромное. Вот человек прочитал условия и выполнил их. И выиграл приз. Поздравляю с победой. Чтобы узнать, как его забрать, свяжитесь со мной в ВКонтакте. Администратор группы Призариум Бабицкий Виктор.